Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь Александр. И давненько я вам не показывал никаких кресел. А то коляски я не снимаю в последнее время, хотя в мире автокресел очень много новинок появилось, интересных кресел. И сегодня я хочу об одном таком очень-очень понравившемся мне кресле рассказать, потому что это такой своего рода уникальный продукт. Это One 360 SL. Кресло называется от бренда Osan. На самом деле, давайте я к вам поверну. Видите, что оно умеет? Оно умеет крутиться. Но в названии, когда вы видите слово цифры 360, это означает, что кресло имеет возможность вращаться на 360 градусов. И что мне нравится в этой именно модели, оно умеет вращаться на 360 градусов во всех группах. С рождения до 12 лет это кресло можно эксплуатировать. Давайте вот посмотрите на него немножечко, к его внешнему виду и тому подобное мы пойдем, дойдем до этого. Сейчас смотрите, вот группа 0, ребенок родился, нам нужно, соответственно, катать ребеночка в чем-то. Для этого мы просто разворачиваем кресло против хода движения. Все. И, соответственно, вот таким образом мы возим ребеночка с рождения до 9 месяцев минимум. А дальше уже смотрим, помещается ребенок или нет. И ездим там, сколько нам нужно, до года, до полутора. Вот, поэтому до 9 минимум, а потом уже по обстоятельствам, как говорится. Вот, ребеночка откатали, разворачиваем. И давайте сейчас посмотрим на внутреннее пространство. Ну, естественно, пятиточные ремни, само собой, это все естественное дело. Вот, что мне нравится, здесь на обратной стороне на ремнях есть материал такой, типа резины. Ну, не резина, не типа, это и есть резина. Это сделано для того, чтобы кресло при ДТП ремни сами не менее травмировали, ребенка больше фиксировало. Это прикольная штука. Вот, соответственно, с ремнями понятно. Смотрите, с ремнями мы возим ребенка до 100 сантиметров роста приблизительно. И потом ремни демонтируются и уже используется автомобильный ремень. Я вам чуть позже покажу, как он крепится. А пока вернемся к маленькому. Смотрите, что здесь для маленького совсем. Пока ребенок новорожденный, нам нужны все вот эти вот вкладыши, бутерброды, которые здесь использованы. Мы их доставать пока не будем. И пользуемся, а когда уже ребенок вырастет, тогда только мы уже их вынимаем. Смотрите, вот этот вкладыш, он нужен для совсем маленького, до полугода, месяцев до 4 минимум, по-любому мы его используем, он выравнивает спинку ребенку. А вот этот вкладыш уже по мере необходимости как бы убираем, когда уже он мешается просто, вот, тогда и убираете. А потом у нас получается очень большое пространство. Очень большое пространство, кресло действительно, оно вроде такое вот как бы типа компактное, но оно на самом деле очень вместительное. Сейчас вот так уберу. Вот это тоже пока стороночку. В нем дофига на самом деле места, потому что вот казалось бы вот такое компактное, аккуратное, а чуть уберешь вкладыш и поднимешь здоровое, полноценное, полноразмерное кресло, куда реально до полутора метра ребенок помещается. Ну просто уже катали, говорю, мерили детей в магазине, смотрели, действительно рабочий инструмент. Вот. Что касается, кстати, безопасности, здесь усилена боковая защита и имеет европейскую сертификацию. В общем, ребенка доверять креслу можно смело, поэтому за это можно, в принципе, не беспокоиться. Усилены, кстати, дополнительные системы стоят, которые гасят боковую энергию ударов, если что. Вот кому это очень важно, это всем важно, в принципе. Чтобы вы не беспокоились, она здесь есть. Вот. По безопасности, в общем, все хорошо. Что касается комфорта, друзья, вот так мы разворачиваем, когда едем по ходу движения. Все, вот так мы полностью сидим. И вот так вот мы опрокидываемся. Это когда уже мы разворачиваем кресло и едем по ходу. Откатали вот против хода до 9 месяцев минимум, как я сказал. Дальше уже смотрите сами. Но когда развернулись, пристегивается ребенок пятиточными ремнями до метра. Вот. Потом ремни, они демонтируются. Здесь вот это легко все провернуть. И ребенок уже будет пристегиваться у нас автомобильным взрослым ремнем. Для этого здесь есть все необходимое. В подголовнике, кстати, вот видите, вот этот вкладыш тоже можно отсюда демонтировать.
Вот так вот тоже голова ребеночка маленького у нас тоже держится хорошо. Вот, проводим для подросшего ребенка ремень сюда в направляющий. Смотрите, обязательно проводите в направляющем, потому что здесь уже ребенок не пятиточными ремнями же пристегивается, а автомобильным. А здесь очень важно, чтобы ремень был на плече. Если мы неправильно отрегулируем подголовник, его нужно регулировать так, чтобы от подголовника до плеча было не больше двух пальцев, желательно не меньше одного, чтобы он ему не давил подголовник, вот тогда ремешок будет в правильном месте. Если вы, если вы поднимете подголовник выше, чем нужно, ремень сдвинется на горло, а это очень опасно, друзья. Поэтому даже не рискуйте. Вот, соответственно, вот таким образом. Все, вот как вы в автомобиле пристегиваетесь, так и ребенка автомобильным взрослым ремнем нужно пристегивать. Это когда уже после метра роста нам нужно будет ребенка именно так и пристегнуть. Так, смотрите, вот что мне очень нравится в этом кресле. Это кресло пристегивается на Isofix. И здесь у нас есть упор в пол. Обычно вот такая, только такая система используется в категории 0-1, там с рождения до 4 лет образно, да. А здесь 1, 2, 3 и 0 группа вот с таким креплением и с поворотом на 360 градусов во всем диапазоне групп кресла. Я вот, честно говоря, таких кресел, ну их прям на пальцах можно пересчитать. Очень прикольное кресло. Вы подошли к автомобилю, к себе там повернули, посадили ребенка, повернули там против или по ходу. Уже, в смысле, как, с какой возрасту ребенка смотрите. Вот, как по мне, вообще супер круто, когда вот производители делают именно так. В реальной жизни это очень удобно, друзья. Так, смотрите, по посадке мы с вами все посмотрели, по безопасности разобрали. Крепеж здесь простой. Изофикс застегнули, упор в пол выдвинули, чтобы зелененькая индикация тут появилась. Все очень просто. По посадке, по комфорту, по наклону, собственно, все окей. По ткани еще скажу пару слов. Мне вот нравятся такие ткани. Они, скажем так, они долгоиграющие, долго не теряют товарный вид. И когда будете стирать, с рождения до 12 лет, поверьте, вам нужно будет его постирать, стирайте до 30 градусов щадящей стирки, а лучше ручками постирайте, не поленитесь, а иначе, если будет кипяток, она сядет, ткань вся, и вы обратно ее уже на кресло не оденете, а это не гарантийный случай, друзья, поэтому имейте в виду. Вот, собственно, по ткани вот это я хотел вам сказать. Что касается моего мнения, вот вы его услышали, мне нравится этот продукт тем, что вот он такой вот уникальный. Это прикольно, когда имеется возможность разворачивать его на себя в жизни, это реально вы оцените. По безопасности окей, по посадке окей, ткань, я уже сказал, мне очень нравится. Мне нравится, что она просторная, широкая. Вот, и комфортное оно из-за этого всего. Ну и Осан бренд на самом деле очень-очень неплохой, и ему можно доверять. Ну, я в принципе закончил. Всю информацию, которую о кресле я хотел донести, вам донес. Как по мне, кресло окей. Ссылка внизу в описании на Мир Автокресел, на него есть. Обратите внимание, обязательно на него можете приехать в салон Мир Автокресел. У нас 11 по России. Вот ссылка внизу, по ней все адреса можете увидеть. И, соответственно, уже посадить ребеночка, примериться, сравнить с другими. Я уверен, что это вас не оставит равнодушным. Реально очень прикольное кресло. Ну и цена очень адекватная на самом деле. Вот, собственно, все. А я лишь хочу пожелать сделать вам хороший выбор кресла. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И удачи вам. Пока.